Два задания выполнено. Так, теперь у меня вторая компания на двойку сохраняется. Задание, там какую-то базу надо делать. А, еще вроде как на планете, где лаборатория вот эта была. Для добычи ресурсов 3. Так, это все понятно. Короче, рабочих построить нормально, чтобы это кристаллы были, газ, все дела. Сейчас, наверное, потихоньку также будут юнитов давать, как и тиранам. Сначала мелкие эти собаки, потом еще что-то. Так, посмотрим, помню ли я еще что-то к чему. Для начала мне нужен омут рождения. Сара Керриган. А это кто? Так, взять рабочего и сделать омут. Ты погоди, не мороси. Поставить омут. Давай. Рабочий, надзиратель. Мы обнаружили Керриган. Она окопалась на базе зергов. Мы отправляемся туда. Высылайте подкрепление. Доминионцы нашли нас. Теперь они не успокоятся. Так, а что, как понять, что не готовы? Так, личинки. Да, я слышу тебя. Я создам зерглингов из личинок, которые производят инкубатор. Опухоль. Так, ладно. Это что за херня? Эволюционная камера. А это улучшение, короче. А виспена-то нету. Че он может? Когда сюда инкубатор? Пришли войска Доминиона, они загнали часть моей стаи в пещеры. Если мы сможем убить охрану, эти зерги присоединятся к нам. Так, а где еще был Виспен? Мне не показалось. Я вступила в бой с противником. Готова к бою. За дело. Ну, хоть лечится немножко. 9 личинок, что там делать, зерги, да? Погоди пока. Все, рабочих надо поделать. Виспен будет добываться с максимальной эффективностью, если отправить в экстрактор 3 рабочих. Так, они типа готовятся. Кокон. Короче, ни хрена не понятно. Это, короче, рабочий. 4. Вот они как-то готовятся автоматически, эти личинки. Дополнительное. Спасти попавших в ловушку королев. Так,
слышу тебя. Мы на одной волне. Зерглинг. Тоже лечится, это хорошо. Так, тут есть еще. Здесь что у нас? Зерглинг. Позволяет производить мутацию зерглингов. Ползущий клеточник. Королева. В этой пещере тоже остались зерглинги. Так, поделаем этих. Силы Доминиона наступают с севера. Снимаю с предохранителя. И пускаем. Так, а это что, ползущий споровик? Зерга в ближнем бою. Атаки наземных. В дальнем. Пускай все это делается, короче. Враг атакует. Готов к бою. Пока спокойно, нормально все. Так, королеву создать. Давай создадим, что она делает хоть. Единица поддержки может создавать опухоли и использовать способность быстрое переливание. Что это? Сейчас узнаем. Ух ты, сколько их там. И корабль Рейнера такой стоит, классно. Короче, это лечит она. Единица поддержки. Воздушные цели, когти. И то атакует, короче. Это хорошо. Так, нам надо что, зерглингов сделать, рабочий. Движутся многочисленные войска Доминиона. Продвигаемся к цели.
что он там может у нас? Улучшение завершено. Экстрактор, омут, эволюционная камера. В этой пещере тоже остались зерглинги. Это Керриган. Готова к бою. Так, погоди-ка, королеву создать надо еще одну. Камера. Плёточник еще один. Лечит как прикольно. Так, зерлинги, надзиратели. Черви уже в пути. Моя стая вот-вот будет на месте. Улучшение завершено. Они могут закапываться, еще прикольно. Да, я слышу тебя. Иду. Еще совсем немного, и мои черви Нидуса прибудут с подкреплением. Okay.
Стоит улить. Что такое? Никогда не сдавайся. Королева, моя стая прибыла. Она в твоем распоряжении. Отлично. Теперь нужно уничтожить это орудие до прибытия Джима. Наши войска атакованы. Есть способ управлять в бою всеми войсками одновременно. Наши войска атакованы. Так, куда там надо? Снимаю с предохранителя. Прочесываю территорию. Хорошо. Так, сейчас дополнительно выполним, а потом уже пушку. Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Марш, бросок. Продвигаюсь к цели. Лена, ты освободила мое потомство. Выходите, дети мои! Это Керриган. Хорошо. Собака.
еще больше зергликов. Стая становится сильнее. Да, я слышу тебя. Мне не нужна армия. Ну, сколько королев. Ну все, пушку осталось уничтожить, и все. Даже ничего делать не надо. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Марш-бросок. Прочесываю территорию. Месторождение минералов. Это зерги! Защищайте пушку! Моя стая прибыла и ждет приказаний. Что такое? Повтори. Наши войска атакованы. Месторождение минералов. Пушка уничтожена. Тираны бегут к своим кораблям. Уничтожить всех. В живых не должно остаться никого. Да! Теперь я вижу, что наша королева на самом деле вернулась. Убить тиранов. Королева? Ты права. Я словно перестала быть собой. Надо выбираться отсюда. Мы будем ждать твоего возвращения. Принц Валериан. Непонятно, что это. Так, награды. До прибытия Нектул. А, ну та ачивка, наверное, какая-то есть. Ладно, хрен с этой фигней. Продолжить. С ачивками, с этими. Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты? Я на месте встречи, тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня. Был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Император Менгск заявил: граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована.
Рой обезглавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менгск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Тут по-другому немного. Калдир, чар. В перехваченном сообщении Доминиона говорится, что Рой раскололся. Мать стаи по имени Нафаш отправилась со своим выводком на ледяную луну Калдир. Согласно последним донесениям, там есть и протосы. С большой долей вероятности Нафаш сражается с протосами за главенство над Калдиром. Считается, что ее стая состоит из высокоразвитых и очень опасных зергов. Гидролиск. Похож на королеву. Наверное, стреляет и по воздуху, и по земле. А это только наземная. Здесь что? Часть зергов осталась на чаре. Ими управляет мать стаи по имени Загара. В данный момент она ведет бой с силами Доминиона под командованием генерала Ворфилда. Из зерглингов мутирует. Тяжелая передовая единица. Особенно высокий урон бронированным целям. Может перешагивать через... меньшие по размеру боевые единицы. Ну, Калдир. Хорошо, они признают меня своей королевой. Иначе я буду убивать их одного за другим, пока они этого не сделают. Кто ты? Королева, ты не помнишь меня? Я Исша. Ты использовала меня для хранения своих мыслей, идей и планов. Да, я помню тебя. И что куда важнее, ты тоже помнишь меня. Ты королева клинков. Конечно же, я повинуюсь. Прекрасно. Призови Рой, мы уничтожим Кархал. Рой разрознен. Он не ответит на твой призыв. Большинство зергов на Калдире находится под командованием матери стаи Нафаш. Она хочет создать свой собственный рой. Пока она жива, рой будет разделен. Это будет продолжаться недолго. Отдай приказ о посадке. О, прикольно. Эволюционный отсек. И
Инкубатор Исша. Расскажи мне о Левиафане. Это существо — главный нервный центр всего роя. Отсюда ты будешь командовать зергами. И он может перенести меня на любую планету? Конечно, моя королева. Но численность наша невелика. Прежде чем завоевывать другие планеты, возможно, стоит увеличить свою армию здесь, на Калдире. Позволь мне решать стратегические вопросы. Что еще ты можешь рассказать о Левиафане? Ты можешь управлять развитием роя из эволюционного отсека. Существо Абатур поможет тебе в этом. Она ушла в эти ледяные пустоши. Наверное, там базируются и протосы. Инкубатор. Так, эволюционный отсек. Кто ты? Абатур. Развитие роя, изучение ДНК. Служил сверхразуму, потом королеве клинков. Теперь служу тебе. Я и есть королева клинков. Другая. Изучаю генный материал. Королева клинков была эффективным существом. Качество древних зергов. Слабое влияние генов тиранов. В тебе гораздо больше тиранских тканей. Передние конечности плохо сконструированы. Могу усилить. Верну, будут лучше. Не прикасайся ко мне. Единственная цель — эволюция роя. Ищу совершенство во всем. Работаю в эволюционном отсеке. Эволюция несет много возможностей. Начни с зерглингов. Рой страдает на этой луне. Я думала, ты подготовил моих зергов к таким условиям. На Калдире холодно, как в открытом космосе. Защита такого холода не нужна всему Рою, только Левиафанам. Ты пытаешься оправдаться? Разработка необязательных механизмов адаптации затратна. Излишне сложно. Раньше было не нужно, теперь нужно. Поищу местную фауну. Добуду полезную для роя эссенцию. Выполняй. Так, чего там? Эволюция. Организмы можно улучшить. 3 варианта мутации. Выбери мутацию. Я запущу процесс преобразования вида, усилю боевой потенциал. Мутация вида непостоянна. Могу изменить в любое время. Ну, это прикольно. А что там? Усиленный панцирь. Максимальный запас увеличивается на 10 или на 30%. Анализ тканей. Выявит полезную мутацию панциря зерлинга. Возможно, уплотнение панциря в ключевых точках грудной клетки. Улучшит выживаемость зерлинга, затруднит доступ к жизненно важным органам. Ну-ка. Скорость атаки повышается на 50%. Вот это нормальная тема. Или скорость передвижения. Ускоренный метаболизм. Может, скорость качать? Или скорость атаки? Пускай скорость атаки будет. А как выбрать-то, что сделать? Назад. Мутация.
Это типа выбрано. Все понятно. Значит, это так и выбрано сейчас. Ну ладно, проверим. Хотя как? Арктур, ты забрал у меня Джима, а я заберу твою жизнь. Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протосами. Я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле. Так, таракан и уровни какие-то. Вот это интересно. Ключевые моменты, игра автоматически сохраняется. Это все понятно. Время от времени на этой луне случаются ледяные бури, вызывающие мгновенное похолодание. Одна из них скоро начнется. Во время бури температура падает настолько стремительно, что почти вся тепловая энергия мгновенно рассеивается. Бури быстро заканчиваются, но пока они бушуют, твои войска будут заморожены. Я чувствую присутствие местной фауны. Из матриархов этих животных можно получить достаточно сильную эссенцию, которая поможет нам адаптироваться к холоду. Мне надо найти матриарха Урсадонов и получить ее эссенцию. Так, матриарх. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я иду. Вперед! У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Вперед! Этот зерг дикий. Его не контролирует никакая высшая сущность. Выкладывай. Таракан. Рой жаждет крови. Покончим с этим. Рой не знает усталости. Я еще один дикий зерк. Что-то здесь не так. Это мой мир. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Так, а если закапываемся все? Нет, этот медленно лечится. Рой не знает усталости. Скоро начнется ледяная буря. Надо найти матриарха Урсадонов. У нас мало времени. Я иду. Началась ледяная буря. Войска заморожены. Ну, пускай. Урсадоны. Их матриарх поблизости. Сильная эссенция. Поглотить эссенцию местной фауны. Рой будет защищен от холода. Ледяная буря ослабевает. Вперед! Это мой мир. Эссенция ассимилирована. Рой стал устойчив к сверхнизким температурам. Превосходно. Я чувствую, что база Нафаш где-то рядом. У нас мало времени.
Я сокрушу любые преграды. Раненые тараканы могут закапываться, восстанавливать здоровье. Покончим с этим. Я иду. Рой не знает усталости. Это мой мир. Вперед! У нас мало времени. Вперед! Стая на фаш. Протосы уничтожили ее. Я пробужу этот улей. Протосы почувствовали пробуждение улья. Они знают, что мы здесь. Королева клинков! Ну что с тобой? Ты слаба. Ты снова стала человеком. Протосы. А я все думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весть на Шакурац. Они пришлют золотую армаду и уничтожат тебя. Иша, скажи мне, что протосы вне зоны досягаемости Шакураса. Так и есть, моя королева. Но у них есть шпили пси-связи, которые могут усилить их способность к псионному общению. Тогда мы уничтожим эти шпили, прежде чем протосы смогут их активировать. Рядом есть еще матриархи. Добыть эссенцию, повысить боеспособность Роя во время бури. Боеспособный Рой — это хорошо. Если выдастся возможность, я обязательно займусь матриархами. При выполнении этих задач ты будешь становиться сильнее. Наносимый урон, запасы здоровья и энергии будут увеличиваться с ростом уровня. Больше минералов. Воины, задержите ее! Навяжите ей бой! Выкладывай. Я иду. Так, откуда они пойдут? Оттуда? Нормально. К улью приближаются протосы. Что теперь? Скоро начнется ледяная буря. Пока она не закончится, протосы будут уязвимы. Протосы беззащитны. В атаку! Крушу любые преграды. Пока сходим там эссенцию или что там. Минута есть. Больше надзирателей позволят создать большую армию. Рой жаждет крови. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Вперед! У нас мало времени. Это мой. Я иду. Раздавим их. Я сокрушу любые преграды. 2 секунды. Ронни. Ледяная буря заканчивается. Мы должны отступить, пока не началась следующая. Вперед! Прежде чем атаковать войска протосов, нужно дождаться ледяной бури. Наши войска
закованы. Это зараза, я не знал, что там база. Что теперь? Как таракана-то мутировать? И королев надо создать еще. Так, буря 40 секунд. Да. У нас мало времени. Я иду. Скоро начнется ледяная буря. О, тараканы. Так, они только наземные. Разразилась ледяная буря. Нужно пользоваться моментом. Уничтожить протосов. Покончим с этим. Знает усталости. Я иду. У нас мало времени. Вперед. Я сокрушу любые преграды. Новая порция эссенции полезна. Улучшено зрение в условиях ледяной бури. Покончим с этим. Сваливаем. Ледяная буря подходит к концу. Инкубаторов настроим сейчас. И армию потом. Так, улучшения, так как он здесь больше делаться не буду. Говори скорее. Уничтожат тебя. Скоро начнется ледяная буря. Так, 30 секунд.
Я слушаю тебя. Это мой. Началась ледяная буря. Протосы беззащитны. В атаку! Покончим с этим. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Вперед! Покончим с этим. Это мой мир. Вперед! У нас мало времени. Рой не знает удара. Ассимиляция эссенции закончена. Рой приспособлен к боям во время ледяной бури. Я стала сильнее. Все, ну и на следующей буре можно будет добивать. Ледяная буря ослабевает. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Это мой мир. Не знает усталости. Кажется, вот здесь где-то еще, наверное, есть. Здесь. Начнется ледяная буря. Ледяные бури становятся короче. Они больше не дают сильного тактического преимущества. Вперед! Я иду. Покончим с этим. Разродилась ледяная буря. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Я иду. У нас мало времени. Вперед! Первый шпиль уничтожен. Даже если ты уничтожишь шпили, мы сумеем передать весь на Шакурас. Иша, мне нужен инкубатор. Ледяная буря ослабевает. Рой не знает усталости. Это мой мир. Вперед! Покончим с этим. Но, Саш,
Я не слишком надеялась найти тебя живой. Протосы заплатят за содеянное втройне. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Атакует улей. Я иду. Говори скорее. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Это мой мир. Вперед! Рой не знает усталости. Я иду. Покончим с этим. Это мой мир. У нас мало времени. Скоро начнется ледяная буря. Тебя никто не спрашивал. Я иду. Это мой мир. Ледяная буря. Вы преграда. Еще один. Сопротивление бесполезно. Воины Шакураса одолеют тебя. Выкладывай. Покончим с этим. Это мой мир. Ледяная буря ослабевает. Наши войска атакованы. Я иду. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Покончим с этим. Вперед, я слушаю тебя.